Wolfgang Amadei Mozart. Концерт для флейты с оркестром соль мажор в трех частях. Солистка Мириам Браун.
Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для флейты с оркестром ре мажор, вторая часть. Исполняют симфонический оркестр театра Астана Опера, солистка Мириам Браун, дирижер Абзал Мухиддинов. Thank you.
На этом наш концерт подошел к концу. Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч в театре Астана Опера.